Начните думать о человеке, за которого у вас болит сердце, допустим, о своем сыне или о своей дочери. И в этот момент, подумав об этом человеке, представьте, будто вы смотрите на большое, но при этом очень ровное озеро. Это очень ровное озеро – это жизнь этого человека. То есть этот человек находится в этом озере. И представьте, будто человек, который выпивает, находится в этом озере в виде большой рыбы, которая лежит на самом дне. А вы мысленно смотрите через призму этой воды на того человека, который вы условно знаете, что это ваш сын. После чего, третье, представьте, будто вы берете своими руками мысленно или духом своим или еще чем-либо и поднимаете этого человека с самого дна. Пятое, дуете на него и представляете.